Ну что ж, привет, замечательные, веселые, активные, позитивные, волшебные весы. А с вами все немножко по-другому обстоит, потому что притягиваете хорошие, самое главное, да? Поэтому что хочется, то и притянется. Думайте о хорошем. Это именно про вас, весы, весы, уважаемые. Активные, стремительные, все, что желающие, всегда все получающие. Так что давайте посмотрим, что ждет вас в августе. Как проиграется ваш месяц август? Я, конечно же, карты уже все перемешала. Снимаю я от руки. Как есть, так и есть. Ну, погнали. Так, ситуация, в которой вы сейчас находитесь, в этом месяце августе, знак весы. Ваши сильные стороны и возможности, которые вы можете предложить и предлагаете в августе. Так. Суть проблемы, о чем сейчас думаете, о чем будете думать весь месяц. Что оказывает на вас влияние в августе. Ваши способности, которые игнорируются в этом месяце, вы умеете, а вас не хотят услышать. Ваши слабости и недостатки в августе. Так. Ваши новые возможности, которые у вас появятся, какие-то новые идеи интересные в этом месяце в августе. Испытания, через которые вам предстоит пройти в этом месяце. Ох, ну надо же, у всех прям вот через дружбу, через любовь. Ну и к чему вы придете? Цель августа, да, к сентябрю. Вот так. Вот так. Замечательные весы, красивые творцы наши, актеры, музыканты, философы. Популярные знаменитости, волшебники. Вот так проиграется ваш август. А теперь давайте подробнее посмотрим. Так, ребят, у вас, конечно, в большей степени все карты присутствуют. И старшие арканы, и младшие карты. Вот, так что, значит, самая главная ситуация, в которой вы находитесь, у вас это... Карта колесница. Движение, прорыв, достижение результата. Вы понимаете, в какой ситуации вы сейчас находитесь. В общем-то, у вас есть цель, вы знаете, куда, к чему вы можете себе позволить двинуться. Вот так у вас проигрался август. В общем-то, серьезные, хорошие, сильные позиции. Вот. Все, чего вы хотите, у вас, в общем-то, так все и идет. Ваши сильные возможности и стороны, что вы знаете, что вы можете предложить миру, вам выпала карта материальная, тройка пентаклей. Это означает, что у вас, в общем-то, хороший договор, хороший контракт, выгодное сотрудничество, финансовое получение хорошее, стабильное. Все у вас, ну, хорошо налажено, отлажено в группе, на работе. Ну, у вас всегда, видите, весы, у вас всегда все хорошо, все всегда стабильно идет, поэтому будет у вас хорошее вознаграждение, и вы это знаете, и вы можете это предложить, и этим вы пользуетесь. Все у вас идет как надо. Вот. А проблема, в которой вы находитесь, да, чем заняты ваши мысли в этом месяце, вам выпала, опять же, старшая карта, это императрица, которая означает, в общем-то, здоровье. Вы озабочены своим ростом, развитием, получением стабильности, вот, проявлением доброты, красота вам присуща. Будете прям вот себя проявлять и показывать, какие вы красивые. Вот. И все это вам на благо идет. Духовное преображение у вас пойдет, изобилие.
Вот, вы, в общем-то, знаете, понимаете, владеете ситуацией. Поэтому в этом плане у вас все там хорошо, все будет проигрываться просто великолепно. Но игнорироваться будет в августе месяце для вас. Вам выпадает карта девятка мечей, что означает, что ваши какие-то там сильные мечты, прям вот, ну, серьезные, все вот немножечко, скажем так, вы будете эмоционально все это воспринимать, и постоянно сами себя кошмарить. Где-то что-то услышали, кто-то что-то сказал, будут периоды, когда вы немножечко будете переживать, может, какая-то бессонница вам будет присуща, да, вот. Но вы сами себя постоянно будете накручивать. Это получается ситуация, которую никто не будет слышать, видеть и понимать. И будут игнорировать вашу вот эту вот эгоистичную изюминку, скажем так. Не пройдет, не пройдет. Придется, в общем-то, все равно, вот видите, действовать и проявлять себя, показывать все свои сильные стороны в августе месяце. Влияние на вас будет оказывать, это получается у вас тройка кубков, ой, нет, ну да, тройка мечей, троечка мечей на вас оказывает влияние, вот, которое означает, что, в общем-то, какое-то разочарование может проявляться, да, какой-то любовный треугольник, какие-то интересные дела, которые вам, ну, как-то вот что-то пообещали, да, но вот это все вот крутится, крутится вокруг вас, на вас это оказывает большое влияние, где-то что-то получается, где-то что-то не получается, понадеялись на одно, по факту получается другое, вот, какие-то сердечные переживания, возможно, на вас как-то вот давлеет, да, ну, вот как-то так влияние у вас происходит на весь этот вот месяц август. Ваши слабости, недостатки, опять же, да, как они проигрываются, вам попадает семерка кубков. Вы, в общем-то, пребываете в таких мечтах, что хочу здесь сейчас, вот, не видя реальности, опьянение какое-то ваших мозгов идет, да, может быть, ошибочное мнение в чем-то. Вот. Поэтому, ну, скажем так, немножко вам нужно взять себя в руки и быть более такими, не обманываться, вот, не показывать, не проявлять свои слабые стороны. Вы, весы, вы справитесь со всем. Быть актерами вы умеете, вы всегда выбираете, видите, вот вы всегда расставляете все свои приоритеты. И все равно вы сделаете свой правильный ход и правильный выбор. Вы его все равно осуществите в августе, никуда не денетесь. Вот. Так, новые возможности, которые к вам придут, к чему, что вы откроете, какие идеи у вас появятся, вам выпала карта мир. То бишь, получается, что благополучие во всем к вам придет в этом месяце. Завершение какого-то вопроса с хорошими результатами. Общение, знакомство. Много-много у вас будет знакомств. Вы себя проявите, как всегда, со всей лучшей своей стороны. Покажете себя прям идеально классными, замечательными, волшебными. Вот. И, в общем-то, высшие силы на вашей стороне. Вот. Вы это знаете, вы уверены в себе. И, в общем-то, идете по своему пути, который вы себе заметили, надумали. У вас все получается очень даже хорошо. Вы реально все, что вы решите, все будет по-вашему. Все как бы идет в этом нормальном направлении. Вот. Ну, опять же, конечно же, испытания какие-то есть. В общем-то, ну, такова наша история, да, таков ваш август. Под итог августовского периода вам выпала, опять же, кармическая сильная карта старшего аркана. Это влюбленные. Вот.
Ну, это получается, что, в общем-то, испытание через доверие в работе, через дружбу, через хорошее партнерство, притяжение добра, взаимного понимания. Будете делать хорошо, исполнять свои обязанности в работе, и у вас все будет очень даже хорошо. Ну, вы должны быть более внимательны, конечно, внимательны ко всему, не искушать себя стараться чем-то там, стараться сначала делать дела, а потом уже там дальше заниматься своей собой, как говорится. Вы очень любите себя, вы покажете себя во всей красе, у вас все будет круто и прекрасно, все получается у вас. Вот. Ну и как бы итог, цель, к чему вы придете в августе, вам выпадает четверка кубков, стабильная ситуация. Вот. В общем-то, какие-то предложения, которые вам подходят, вы будете соглашаться. Вот. Все у вас будет стабильно, достаточно. Ну, конечно, в какой-то степени вам немножко будет хотеть очень быстро, чтобы все происходило классно и во всем. Вот. Но где-то и придет какое-то расставание с чем-либо, да, вам, возможно, вы немножечко даже вот, ну, начнете так сильно активно проявлять себя, что к концу месяца вроде как, когда надо очень активно и во всем двигаться, двигаться дальше, дальше, а вы немножко как-то захотите передышки. Ну, я думаю, что эта передышка буквально у вас займет, зная ваш характер, замечательные веселые весы. Вы очень быстро оклемаетесь от усталости и пойдете дальше работать. Ну, чуть-чуть там 1-2 дня, скажем так, в конце августа наберетесь сил. Вот, и в сентябрь в новое уже направление вы двинетесь смело. Вот, со всеми своими идеями и мыслеформами. Весы, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, посмотрим, как у вас там будет дальше в сентябре происходить дела. Надеюсь, вам понравился этот расклад. Вот. Ну, весы, у вас всегда все будет хорошо и прекрасно. Потому что кармически вы очень достаточно сильная карта. И опять же повторюсь, вам ничего не надо. Вам, в общем-то, вот бананчиков, да, там яблочков, полопать денежков побольше, скажем так, поиметь, завести, да, друзей, активности, качественной красоты, здоровья, благополучия, массажиков себе поделать. Вот, в этом вы все есть. Замечательные, отличные весы. Все, спасибо, пока-пока. До новых встреч в сентябре.